Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую всех. Мы сегодня будем делать необычное только лекарство, которое повседневное, можно сказать, это натуральные продуктами. Здесь у нас есть финики, пыльца, прополис, грецкий орех, изюм, миндаль, курага, семена тыквы. Пыльца есть и финики, короче. Вот это все и мед. Как вы знаете, сейчас такой трудный момент у нас. Всем нужны, чтобы поднять наши свои иммунитеты. Обязательно поделитесь с друзьями. Это очень полезно и для спортсменов, и для обычных людей, которые поддерживают форму. Да? И вот сейчас попробуем. Это несложно. Это все будем пропускать через мясорубку. И будем перемешать с медом. И можем убрать в банках. И все. Тогда обычные люди, если вы спортом не занимаетесь, утром можете один чайную ложку натощак покушать и все. Или с чаем перемешать, как вам будет удобно. А если спортсменом, утром и вечером. И вот так, как вам удобно. Вот, дорогие друзья, короче, мясорубку поставили, такую посуду возьмем, ставим через мясорубку, пропускаем. И можно домашнюю мясорубку, у нас есть большие мясорубки, поэтому решили на этом сделать. Все будем пропускать подряд. А финики можете это не убрать, кости, я решил не убирать. А хотите, уберите, не хотите, не убирайте, все. Вот, дорогие друзья, мы пропустили. Теперь просто добавляем натурального меда и все вместе перемешаем. Это уже смесь перемешаем, и потом можете литровую или банку, короче, положить и в холодильник отправлять. Это ничего не где-то. Это на 2 месяца хватит спокойно. Здесь 2 раза я потребляю. И вам тоже рекомендую. Это очень полезно, очень. Хотел поделиться с вами, чтобы полезные вещи. До новых встреч. Ассаламу алейкум. Подписываемся, ставим лайки и поделитесь с друзьями обязательно.